Здравствуйте. Добрый день. А вы не подскажете, вы в какой офисе будете работать? Здравствуйте. А, разница, да? Ты не нужно ничего было бронировать, что-то такое? Это, а это в этом есть необходимость или нет? Как правило. Ну, могу вам подсказать, как вечером писаться. А, ну, хорошо. Слушайте, а вот можно на террасу, не покажете мне, как сейчас выглядит у вас? Да, можно. Смотрите. Здрасте. А, ну да, да, да. А вы что, второй этаж сейчас сделали? Второй этаж, да. Там открытая терраса на втором этаже или помещение? На втором этаже нет пока. А, то есть здесь вот через пленку в том числе, да? Кушаем, папа. А, и... Это пирс. То есть, на, ну, либо на пирсе, да? Ага. Да, на пирсе можно прогуляться, пока его не открыли. А, я понял. Я помню, там я мне показал, почему я пока это посмотрел, помню, а была ли пленка натянута? Не помните? Сложно сказать. Не-не, вот здесь. Мне казалось, там году не было, что ли? Была, да? Да, да. Я даже забыл, но не помню. Ну ладно. Я бы казалось, что ее нету. Так, а пирс откроется позже. Угу. Ну, что без пленки, я имею в виду. Хорошо. Ну ладно, спасибо вам большое. Пожалуйста. Спасибо. У вас есть один визит в кабинете? Скажите, пожалуйста, при бронировании, как правильно сказать, ну, ну где разместиться? Ну, допустим, на террасе, да, можно сказать? Или это не имеет значения? Угу. Хорошо, спасибо. Господи, нет, вообще, я хочу позвонить, я решать не буду. А, я брал. Спасибо. Да, взаимно. Ты что сидишь там? Я уже в ресторане был, там все посмотрел. Там терраса, там все такое. Идем вместе. Не, я уже был. Чем там дважды-то быть? Я пойду вокруг обойду. Не выкидывай вот это, очень интересно. Хорошо, очень интересно. Там можно пройти туда дальше.